А что видно, вот, что в глазке камеры вот красненький этот самый, да? Красный огонек, да, такой, да, яркий красный огонек. Ну, маленький, да? Да. То есть, все, можно... А дальность этого действия? 10 метров. Такой бритм, что вообще? А? То есть, ты условно говоря, я беру вот так вот, да, включаю, глазом смотрю и вижу, ну, не отражается ли где-то, да? Да. Красненький огонек. То есть, он просто как бы это... На самом деле он просто улавливает линзы у нас, ну какой-то, потому что, линзы, да, потому что вот стекло я, например, вижу, да, потом отражается, он этот самый, видишь, что пошел, отражает. А вот теперь, а может быть там даже лампочки нет, там, это, наверное, блик даже, он блик какой-то уловил на этом, на этом, потому что там нет лампочки. А вот, кстати, Коль, он может уловить блик действительно? Да, конечно. Блик? Потому что в этом, блик в кабинете Игоря Петровича, когда я смотрел, там висит эта колонка, вот на колонку смотришь, прям посередине ее красным светится. Я вот думаю, блик, не блик, вот смотришь, прям светится. Не, вот тут надо, ну, перепроверять, то есть я сейчас вот вижу блик, да, вот с определенной точки я вижу блик. Владимир Александрович снимает дурдом наш. А ты углы меняешь, остается? Нет, пропадает. Вот, а там остается, меня насторожило. Есть немножко, да. Владимир Александрович тут, да, он шпион.